Всех приветствую, друзья! Ну что, сегодня мы с вами будем тестировать антифризы, да. По некоторым данным, значит, вот в 90-е годы доля поддельной продукции, вот, ну, по Тосолу, допустим, она составляла аж 90%, вот так вот, от доли оригинальной, значит, охлаждающей жидкости. Но в настоящее время ситуация несколько выправилась, то есть сейчас 50 на 50. Оригинал и контрафакт, вот так вот распределяются по долям эта продукция. В общем, сегодня мы с вами как поступим? Мы поедем на брендовую заправку и купим там литрушечку Тосола. Вот. Потом поедем, ну, в любой абсолютно автомагазин и купим там Тосол в аналогичной таре, ну, самый дешевый, какой вот я найду. И сравним, значит, попадется нам, увидим, собственно говоря, попадется нам контрафакт или нет. Вот. А может, все поддельное будет, кто его знает. А может, все и оригинальное. Вот посмотрим, короче, вот так вот. Ну и заодно покажу вам методику, как, значит, отличить контрафакт от оригинала. Вот. Все, погнали. Вот я нахожусь на брендовой заправке. Вы, наверное, уже догадались, на какой. И купил вот такой вот Тосольчик. Ну, пожалуйста. Минус 40. То есть 40, соответственно. Цена получается здесь за литр 175 рублей. Ну, теперь поехали в какие-нибудь автозапчасти. Посмотрим, что там. Вот такой вот магазинчик, допустим. Вот посмотрим, что там есть. Вот так. Пошел покупать. Вот, значит, купил такую вот литрушечку Oil Right Тосол. Стоимость 130. Самый дешевый, короче, какой только смог найти. Ну что, все. Для нашего теста, в принципе, все готово. Сейчас поедем. Кстати, краситель у них отличается. Этот более темный, этот более светлый. Поехали. Короче, тестить. Ну а пока мы с вами едем, я расскажу вам о поддельном антифризе, значит, как его делают. В принципе, тут без разницы, Тосол это или антифриз какой-либо, потому что отличается контрафакт только цветом красителя, а остальные это компоненты там одни и те же. Это либо какой-то очень дешевый спирт, это в лучшем случае, ну а в худшем случае это кислота. Но разницы-то нет. Негативно влияет и тот, и другой на двигатель. То есть кислота, понятно, что вступает в реакцию с элементами системы охлаждения, разрушая их. Особенно достается радиатору охлаждения и печке. То есть протечки-то одна из причин как раз-таки. Это я говорил об этом в предыдущем ролике. Ну, соответственно, реакции идут. Спирт испаряется, кислота теряет концентрацию, остается в системе вода, ну, а вода зимой замерзает, ну и вызывает, опять же, коррозию. В общем, поддельный антифриз это просто для двигателя просто ужасно. То есть вот так и убивает систему охлаждения. Она загрязняется продуктами реакции и корродирует, выходит из строя помпа, потому что в поддельном антифризе отсутствуют антифрикционные присадки. В общем, один сплошной минус. Итак, мы в моей лаборатории, и вот они,
два героя нашего сегодняшнего теста. Я не знаю, оригинал это будет или подделка. То есть будем смотреть, будем исследовать. Значит, каким образом проводится тестирование? Именно в домашних условиях, чтобы можно было вот купил и проверил сразу же. Значит, кислота, если это у нас, то есть, соответственно, как проверяется кислота, наличие кислоты? Ну, можно взять вот такие вот тест-полоски, проверить pH, кислотно-щелочной баланс. Значит, можно взять пищевую соду обычную. А как известно, сода – это щелочь. То есть щелочь взаимодействует с кислотой. То есть реакция будет видна, и мы ее увидим, если кислотность повышена антифриза. То есть он левый. Дальше. Проверить можно температуру кипения, используя вот такой вот точный термометр. Можно проверить на замерзание, но для этого нужна мощная морозилка, то есть как минимум минус 20 градусов. То есть левые антифризы, они замерзать после 20 где-то начинают. То есть в этом тесте особого смысла нет. Также нет, значит, особого смысла проверять плотность охлаждающей жидкости, потому что вот эти пираты, которые подделывают эти жидкости, плотность они доводят примерно как и у оригинала. Вот. Единственное, что они не могут сделать, это скрыть кислоту и скрыть метиловый спирт, какой-нибудь самый-самый дешманский. Про кислоту рассказал, как проверить спирт, но здесь только на запах. Если, конечно, ковид у вас не отбил нюх, тогда придется попросить кого-нибудь, кто еще способен различать запахи. И я, к счастью, переболел вот уже в позапрошлом, получается, году, и у меня с нюхом все в порядке, хотя его тоже не было. В общем, качественный антифриз на основе этиленгликоля должен пахнуть карамелькой. И на вкус, ну, пробовать его не надо, конечно, но если на вкус пробовать, он будет сладковатый. Вот. А вот эти паленки, они не будут иметь таких свойств, то есть кислота будет кислой, а метанол будет нести спиртягой. Вот. То есть основные такие моменты. Ну и потом, значит, поскольку здесь содержатся, ну, должны содержаться антифрикционные присадки, то есть на ощупь должен он такой быть, ну, как бы мылистый, что ли, вот, антифриз. То есть это тоже доступно для тестирования. Так, ну что, начнем тогда, пожалуй, да, друзья? Приступаем к тестированию. Значит, открываем первый наш антифриз, который мы приобрели на брендовой заправке. Ух ты, как он запечатан-то сильно. Так. Есть фольга. Это радует. Уж очень простенькая упаковочка, конечно. Выглядит никаких... Нет, на мой взгляд, защит от подделки. Так, ладно, попробуем. Значит, сначала вот сюда вот мы нальем его, наш антифриз, и проверим на ощупь, на вот эту мылистость проверим. Вот так вот. Мылистость есть. То есть такая вязкость, мылистость. Так, значит, сразу же можно оценить запах. Органолептический анализ провести. Так. Значит, запах вот как раз таки карамельки присутствует. Вот запах тосола классический. Теперь берем пипетку
и небольшое количество поместим вот на часовое стеклышко. Так вот. Теперь нужно даже побольше взять. Возьмем отсюда. Так вот. Вот так вот. Все, готово. А теперь возьмем нашу пищевую соду и добавим вот сюда вот. Вот, пожалуйста. Что мы видим? Мы видим, что никакой реакции не идет. Вот, сейчас на свет вот еще сделаю. Вот видите, никакая реакция не идет. То есть кислоты здесь нет. Давайте возьмем тест-полоску на всякий случай и измерим pH. Ну, этот тест, понятно, что будет уже более показателен. Итак, взяли полоску и опускаем ее прямо вот туда. Вот так. Так, вот ее поболтаем там немножко. Все. Вот у нас сейчас пойдет реакция, и мы увидим, значит, какой у нас уровень pH данного антифриза, тосола. Подождем немножечко. И будем сравнивать. Вот здесь есть таблица. Соответственно, по этой шкале мы можем сравнить. Вот идет реакция. Ну все, в принципе, можно уже сравнивать. Я думаю, что более-менее понятно. Нейтральная. pH нейтральный. Равен 7. То есть эта жидкость будет нейтральна к элементам системы охлаждения двигателя. Вот, пожалуйста. То есть здесь мы можем быть уверены в том, что уже можно сказать, что это не подделка. Давайте проведем тест по нагреву. Значит, для тосола температура кипения будет равна где-то 106-108 градусов, где-то вот так вот примерно. Вот мы сейчас будем с вами это наблюдать. Открываем газ и поджигаем. И, значит, посмотрим, что в итоге получится. Я буду проводить этот тест вот прямо без всяких склеек, значит, без монтажа, чтобы не было вопросов. Поэтому немножко придется потерпеть. Но температура поднимается достаточно быстро, уже 35 градусов. Уже 35 градусов. Температура кипения – это именно при атмосферном давлении. Как известно, в системе охлаждения автомобиля, ну, система герметична, имеет систему клапанов, расширительный бачок. И, значит, давление там всегда избыточное. Поэтому температура кипения при избыточном давлении, при повышенном давлении поднимается примерно до 120 градусов.
65. 55 градусов. Сейчас я немножко буду убавлять темпы. Надеюсь, я не отравлюсь парами посола. Температура 70 градусов. Немножечко уменьшим темп нагрева. 75 градусов. Значит, весь тосол должен вскипеть при температуре, которая будет превышать 100 градусов. То есть вот эти вот пузырьки идут, которые это пока еще локальный нагрев внизу. То есть там понятно, что температура днища, она уже очень большая. Вот, там внизу температура повышенная, я же меряю поверхности, температуру специально, чтобы иметь достоверные данные. И, друзья, 94-95 градусов мы видим. Сейчас уже наступит момент истины. Вот-вот должен наступить. Смотрите, 101 градус. 101 градус. 104 градуса. Сто шесть градусов. 108. 108 градусов. Выключаем, все вскипело. 108 градусов было. Сейчас, подождите, вот так вот помещу сюда. И вам вблизи это покажу. Вот. Я думаю, видно. Значит, делаем вывод. Тосол с брендовой заправки оригинальный и качественный. Закрываем. Емкость. Значит, этот тосол хороший. Ну, в принципе, остатки можно слить. Они нам, возможно, еще понадобятся. На доливку. Как раз можно долить будет. Карамельный запах идет. Парит тосол. А вот сейчас 102 градуса. Вот, друзья, кстати говоря. Ой, да какие 102? 105. Вот, смотрите. Вот видите? 105 градусов, а тосол не кипит. Даже 106. 106 вот поднимается. То есть я термометр извлек, снова вставил его. То есть мы с вами имеем здесь качественный вполне антифриз, который соответствует требуемым нормам. Вот так. Вот такой простой анализ, а все и мы с вами и выяснили. То есть этот тосол можно покупать. Он соответствует ГОСТу. Горячий стакан. Так, ну сейчас отключаюсь. И будем вскрывать вот эту емкость. Пусть пока тут все проветрится, потому что, сами понимаете, запах тосола. Ну а теперь переходим к тесту вот самой дешевой жидкости, 130 рублей. Oil Right. Что тут мы видим? Опа. Тут у нас никакой защитной пленочки нет. Но какие-то выводы делать преждевременно. То есть
Вот я сохранил стеклышко от нашего первого теста. То есть вот никакой реакции по-прежнему не идет. То есть сода лежит на дне. То же самое делаем, значит, со второй жидкостью. Пипеточка это дело. Опа, все набираем. Вот сюда вот наше стеклышко часовое. Вот. И будем проверять реакцию на кислоту, на выявление кислоты. Но для начала я понюхаю. Ух ты, ёпта! Вот, ребята, спиртяга. Ай-яй-яй. Фу, вообще невозможно. Запах невозможный. А что пишут, кстати, на... с обратной стороны? Так, содержит деминерализованную воду, этилен, гликоль, глицерин, пакет присадок, краситель. Вот тут спирт метиловый содержится, судя по запаху, и все, больше тут ничего нет. Так, ну ладно, давайте уж проведем тесты, все необходимые. Значит, наливаю стаканчик. Сейчас проверим на мылистость это все. Ну, тоже я бы не сказал, что она как-то тот самый, тоже такая достаточно маслянистая жидкость. Так, ну вонище, конечно, от нее вообще жутко идет. Так, давайте тогда попробуем. Попробуем со щелочью реакцию. Ну, реакции также нет. Реакции я также здесь не наблюдаю. Вот могу показать поближе. Вот видите, тоже аналогично. Так, теперь, значит, берем тест-полоску, проверим реакцию. Проверим pH, какой у нас будет. Она вся, видите, мокренькая. Будем ждать, что у нас произойдет. А тут вот, друзья, я уже сразу могу сказать, что pH будет далеко не нейтральный. pH здесь будет далеко не нейтральный. Так вот. Во. Все-таки в сторону кислотности. Вот здесь вот. Здесь 6. pH равен 6. Это уже ненормально. То есть эта жидкость будет немножечко разрушать систему. Концентрация кислоты здесь не такая, чтобы вызвать какую-то бурную реакцию, но она здесь есть. То есть вы сейчас по тест-полоске это увидели. Так, ну что, остается в принципе-то... Нам что сделать? Попробовать вскипятить это все. Но, честно говоря, я боюсь это делать, потому что сейчас тут такая будет вонища, судя по всему, что ё-моё. Ну, что делать? Эксперимент проводить надо до конца. Хотя вот такая тара, она уже говорит о том, что что-то неладно. Так, попробуем, значит. Кстати, на пробке тоже никаких нет дополнительных этих самых уплотнений, ничего там.
Поехали. Я буду потихоньку кипятить. Посмотрим, что получится. Пошел нагрев. Тридцать градусов, немножко подальше от дна держать, опять же. Так, открою дверь, чтобы вентиляция производилась. Эффективно. Судя по ее запаху, лучше это делать с противогазом. Любопытно, сейчас какая же будет температура кипения? Очень любопытно. Сорок градусов. В общем, вот pH проверили. В сторону щелочи еще допустимо превышение, но не в сторону кислоты. Кислота будет разрушать. Пятьдесят пять градусов. Шестьдесят. И нагрев по-другому идет. Вот слышите потрескивание? Начало парить. 73 градуса сейчас. Семьдесят пять. Не взорвалось бы тут. Кстати говоря, слушайте, ребята, этот самый, хоть бы воспламенения-то не было, ё-моё, я об этом-то не подумал. Могут же пары воспламениться. 80 градусов. Сейчас аккуратно. Очень аккуратно.
86 градусов. Слушайте, вот все, все. Все, ребята, она вскипела. Температура 90, даже этот самый. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ, почему вы льете вот такую вот, так скажем, так называемую охлаждающую жидкость, и она у вас, машина начинает кипеть. А вот поэтому, потому что это паленка. Это однозначно паленка. Вот она, видите, как вскипела быстро. Вот то же самое, фу, какой вонище какая пошла, ё-моё. Вот, ой, В общем, вот так, друзья, сейчас я проветрю и продолжу. Фу, здесь по-прежнему стоит просто дикая ванизма вот от этой вот так называемой охлаждающей жидкости. В общем, друзья, вы сами все видели. То есть вот это вот и происходит, то, что вы сейчас наблюдали на горелке в охлаждающей системе вашего автомобиля. То есть поэтому-то и кипят. Они потому что вы льете туда вот такое дешевое дерьмо. Вот и все. То есть проверяйте, вот лучший тест даже нагрев. Вот так вот, товарищи, нас с вами и обманывают. А потом, после вот смены антифриза, тосола, владелец удивляется, а что у него вдруг машина закипела и головку повело. Или разъела систему охлаждения, там потек радиатор, зимой разморозило и так далее. Да вот все поэтому, потому что такие вот бывают антифризы левые. Зальем так, не пойми чего. Обвиняем автомобиль, а виноваты-то сами. Что не проявили должную осмотрительность, бдительность и купили бодягу. Так вот, непонятно где, поторопились. Это касается и масел, и топлива, и других жидкостей. То есть надо все-таки внимательно к этому вопросу подходить и покупать в проверенных местах, ну и самому проверять. То есть вот это несложно. Ну, масло проверить посложнее, конечно, будет. Но антифриз-то вполне, вот видите, вполне легко проверяется. То есть вот это вот запомнить последовательность достаточно точно можно протестировать. Левак вы купили или оригинал? Что касается моих рекомендаций личных, вот я как бы свои машины стараюсь обслуживать так, чтобы не экономить, значит, заливать все самое лучшее, что возможно. Значит, если топливо это, то на брендовых заправках, ну там уж кому что нравится, вот я лично для себя выделил определенно и на них заправляюсь. То есть заливаю предписанный бензин. Вот. Тоже касается антифриза. Но здесь я вообще как бы сторонник того, что надо у дилера масла, антифриз, тормозуху, все это заливать у дилера, и тогда проблем-то и не будет, потому что дилеры, да, ну как и крупные какие-то вот брендированные сети, там они все-таки о своей репутации заботятся и уж откровенную-то дичь там продавать не будут. Ну в чем мы, собственно, сегодня с вами и убедились. Так вот, вот второй вот этот вот антифриз, да, вот представьте, зальете вы вот такое вот в радиатор вот эту вот бодягу. И что будет в итоге? Ну там ладно, если давление есть, она еще как бы не вскипит при 90 градусах, там может до сотенки-то и как бы будет держаться. А если у вас там, как вот многие, так скажем, советчики в кавычках, витки советуют удалять там в пружине или вообще отверстие сверлить в пробке расширительного бачка, то есть в системе убирать давление, он вскипит сразу же у вас,
при 90 градусах, ну так и что будет от этого? Весь мотор закипит у вас, перегрев будет тотальный. С таким вот антифризом. То есть плюс у вас паленка, да плюс еще ваши вот эти вот доработки в кавычках. Все должно работать так, как оно должно. Как спроектировано на заводе. И залито должно быть именно то, что предписано инструкцией. Так что старайтесь быть внимательны к этим вещам, и тогда с машинами у вас проблем не будет. Вот я какой не покупаю автомобиль, у меня никогда, я ни разу не сталкивался, чтобы у меня какие-то серьезные проблемы с автомобилем произошли. Вот и Нива, вот, допустим, да, она не видела, не перегрела, хотя я, видели, как рублюсь, то есть кручу двигатель на трассе, быстро двигаюсь довольно-таки все время, вот, и проблем-то нет. Каких абсолютно. Ну, расширительный, да, бачок я поменял, что заводской стал протекать. Поменял бачок, усиленный, стоит вообще без проблем, уже 2015, по-моему, я на нем проехал уже, надо посчитать. Вот так. Ну все, друзья, в общем, на этом я закругляюсь. Всем пока. До новых встреч на канале.